Привет, Марина! Привет! Здравствуйте! Вы наши дорогие любители бесплатных флеш-игрулек. Сегодня у нас игра, которая называется Acid Bunny 2, или Кислотный кролик, часть 2. Сейчас нам рассказывают его трагичную историю, которая говорит нам о чем, Марина? О том, что жил-был кролик, но у него было очень тяжелое детство, и его все обижали, унижали, а потом его мама покончила жизнь самоубийством, с отцом тоже что-то произошло, я не помню. Наверное, спился. В итоге он встретил однажды лисичку, которая подружилась с ним и показала ему чудесный мир дружбы, но иногда на зайчика находит затмение, которое вызвано его... Да, прошлой жизнью, стрессами из его прошлой жизни, и в эти короткие периоды замутнение разума, скажем так, убивает других веселых зверят. Ай-яй-яй-яй. Делает это неосознанно, это просто глубокая психологическая травма. Какой ужас. Ну, давайте мы продолжим. А что, начать заново нельзя? Просто дело в том, что я один раз уже запускал, чтобы проверить. Ну ладно, начнем, значит. Continue. Фактически я в самом начале, вообще-то. Ну да, так и есть. В общем, начинается с того, что... Ну, просто играли в волейбол с друзьями на пляже. И вдруг его накрыло. Bad trip. Это просто bad trip. О, наверное, мы уже играем. Я должен ударить по мячу. Иди сюда, милый мячик. Что произошло? Ты убил панда, и у тебя был снова флешбэк какой-то. О, черт. Здесь просто его ошметки разбросаны. Тебе нужно сшить его? Мне нужно собрать куски панды и сшить? Реально, ну, блин, мне верно, нужно собрать да. 24 куска панды. Ты понимаешь? Ну, сам накосячил, давай исправляй. Конечно, справедливо, но ё-моё. Так, сначала волейбол маленько. О, у меня же двойной прыжок есть, нифига себе. Так, пацаны, сейчас нужно забить с ручником. Так, давайте. Ах ты... О, забили. Ну ладно, фиг с вами. Так, пойдем. В джунгли или в доке? Я не знаю, давайте в доке. Так, тут есть боязливый гепардик. Так. Так, аккуратненько. Опа. И тут все стало хорошо. Я съел грибочек, и все стало хорошо. Представляешь, Марина? Ну, обычно это именно так и работает. О, дверь! Так. Мне нужно получить 7... Подожди, желтых же! Мне нужно, чтобы получилось 7 желтых шаров. Я почему-то постоянно путаю. Yellow и green. Так. Пока ребята там отпрыгали куда-то, мне нужно их обмануть срочно. Congratulations! Я разблокировал очередную новую картинку в своем фотоальбоме. Ну ладно, видимо, это что-то по... У меня приход закончился! Так, а там где-то карнавал. Так. И как этой штукой воспользоваться, я что-то не по... А, погоди-ка, я могу кидать морквы. А, подожди, а может мне там что-нибудь рассказывают? Тут мне показывают всякие такие обучающие штуки. Так, стопы. Я хочу кинуть моркву вот в эту мишень. Так, как кидать моркву? Ты посмотри. Я что-то там вызвал, но мне кажется, я ушел с экрана, и поэтому... А, нет, нет. Да, блин. Как сложно это. Так, оп. Мне нужно уничтожить все шары. Сделать мне это, очевидно, нужно с помощью морков. Так, и где вот этот подлый шарик спрятался? Серьезно?
All the balloons. А куда они делись-то, all the balloons? Ну ты же видишь, что их нет, они улетели. Вот это обидно сейчас было. Так, ладно, вообще. Пойдем на карнавал. Что он говорит? Space bar to play. Давай. В чё играем? Don't hit any friends. Так, не бить по друзьям. Вот это, мне кажется, не друг. Блин, это друг! Черт, я проиграл! Идите нафиг. Опа, стопы. А как? Я хочу... Ладно. Слишком сложно. Так, теперь сюда. О, боже мой. Кролик-алкоголик. Ты посмотри на это. Во, вот как мне достать эти штуки. Тихо-тихо. Я знал. Черт, я знал ведь, а. Так. Кролики-алкоголики. Я куда-то опустился. Слушай, я думаю, это враги. Они какие-то не очень дружелюбные. Так. Я возвращаюсь обратно на пляж. И слава богу. Я в какую-то дыру просто... Тихо. Короче, он постоянно бухает и жрет какие-то таблетки. Мы просто закончили его мучение. Да. Так и есть. Так, у меня здесь все... Блин, здесь все отрезалось. То есть, отчасти это, наверное, хорошо. Я пошел в доки. Так, что он говорит? О, рыбу ловить надо. Так, давай. Оп. Так, тихо, давайте. Давайте, рыбёхи, полезайте сюда. Ай-яй. Так, нужно поймать 20 штук. Я уже поймал 20. Фух. Так, и чё? Понял. Так, я опять приход словил. По-моему, вот от этих рыбок мне нужно спасаться. Я подобрал какую-то неправильную ракушку, кажется. Так. Опа! Отлично, полетели. Пошел нафиг отсюда. Так, прям морковую в глаз ему. Блевотный кролик получил морковую в глаз. Коровка. Коровка. Я думаю, что коровка, она положительный персонаж. Так. Ну что, коровка, давай поиграем. You don't have enough seashells. Ничего себе. Ей надо дофига seashells. Коровка только за ракушки играет. Коровка играет только за ракушки, да. Ой. Ой-ой-ой. Чуть в воду не упал. Кстати, это было бы... Я думаю, что это была бы смерть моя, если бы упал. Блин, зря выиграл. Так. Hot Air Balloon Rides. Оп. Я здесь боюсь упасть вниз, потому что, ладно, там-то я как бы все окей было бы, но... Здесь-то опасно, потому что упав, я попаду в воду. Ой-ой-ой. Нет. Нет! Ой, так, сердечко у меня оно уже есть, нормально. Боеприпас нет! О, черт. А, все нормально. Я думал, просто сейчас разорвет нафиг все. А на самом деле нет, просто хитпоинт сняли. Так. Я где-то уже нашел 3 куска панды, я не понимаю. А, вот, 4, все ясно. А, так панду мне отдельно надо разыскать, наверное. Ну-ка, а если вниз? Опа! Это я вообще вовремя пошел. Так, а на этом экране. О, как великолепно! Ты погляди, Марина. Прям можно пособирать. Да. Всякого разного. А здесь. О, кислотный гриб. Наркоман. Кролик-наркоманчик, да? Нифига себе! Он прям алкашный рай какой-то. Это. А, я думала, откуда море? Это облака голубые такие. Да, именно так. Так, сейчас мы зайдем сюда, и когда вернемся, все будет так. Так.
Да ну чтоб вас за ногу, чё они так быстро-то улетают? Ну ладно, я не могу All the Balloons забластить, поэтому пошло, ну все нафиг, я просто ухожу отсюда. Паш, ах ты дрянь такая, блевота. Он еще и упрыгал. Да, хитромант. Так. О, подожди, а могу я, интересно, выпрыгнуть отсюда наверх? Не, не хватает силы прыжка. Вот так вот. Значит, нужно найти башку. Ты в курсе, что он умеет делать двойной прыжок? Да, я постоянно этим пользуюсь. Так. Мне снова нужно сесть в шар, но на этот раз я просто потихонечку отсюда полечу. Вот так вот. Аккуратненько так. Даже на снижение пойдем. О, видишь? Аккуратненько, не спеша. Посмотрим, что нас там ждет. А здесь? О, привет, ребят. А, все, это край. Долетели до края света. А как мне? Я думаю, вот так вот, да. Ну, я, конечно же, не на шаре сейчас появлюсь. Да, это было ожидаемо. Оп. Вот, видишь, прекрасный образчик двойного прыжка только что был. Опа! Вот сейчас там было интересненько. Так, блин, я здесь был уже. Так, мне надо просто отсюда выйти. Потому что я тут уже... Этот глюк я уже ловил. Все, вот так вот просто... Лайк и босс. Так, вот тут вообще не лайк и босс сработал. Да. А может в яму? Ой, нет, спокойненько. Спокойненько. О, смотри, как он может делать. Смотри. Спрятался. Спрятался такой, одни ушки такие торчат. Вот так вот. Так, стопы. Ниточки, смотри, ниточки. Да, там был... Там, между прочим, тельца панды. Тушка. Так, ладно. Сходим вот этот секретик. А дальше нет секретика? Нет, нету, ну ладно. Вот так тебе, выпивоха. Как я первый раз сюда запрыгнул, и такой сразу как-то раз и запрыгнул. Вот интересно, это враг? Ну, уже не важно. Покачал панду оп. Такой. Оп-оп-оп, оп-оп-оп. Ну-ка, панда. На качели. Так, понятненько. Не допрыгиваешь? О, блин. Да черт возьми. О, допрыгнул. Нормально. Марина спокойно, все под контролем. Я думала, насмерть сейчас забьешь. О, башка. Так, окей, но ниточек у меня все еще маловато. Я сначала думала, ты панду на 24 части порвала. Я тоже так подумал сначала, реально. А на самом деле просто 24 стежка нужно. Вот сейчас вот опасно я играю, конечно. Так, аккуратненько. Наверх! А, нет, нормально, нормально, нормально. Ладно, схожу сюда. Так, ладно. Привет, мужики! Трамплин компетишн. Ну давай. Что надо сделать? Окей. О, ноу. Еще разочек, пожалуйста. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это нетривиальная задача. Так. Как? Двойной прыжок. Плохое соревнование. Волейбол компетишн. С легкостью, давай. Матерь божья, блин, медведь, ты чё? Ну, серьезно. Так.
Сейчас замес. Медведь, ну принимай же! Ну что ты делаешь, медведь? Вообще подставляет. Да ну. А, медведь вообще на тебя не положится. Реально, на медведя вообще нельзя положиться, ребят. Ну, только мяч носить умеет. Ну. Так, сами себе забили. Медведь. Медведь, а у тебя все-таки есть перспективы. Так, 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 так. Давай, медведь, давай, подавай мне. А я такой раз им туда и закину крученого. Опа. Опа. Кому, кому? Мы. Отлично. Медведь, ну. Ну ладно, хорошо. Ты все-таки кое-что можешь. Кой на что способен. Опа! Ты смотри, а я могу гадить им, оказывается, морквами. Но я не буду тратить моркву, и вообще это не спортивно! Сволочи. Так, ну вообще-то у нас как бы матчбол. Ну, вам один осталось забить. Да, да, да. Медведь, давай! Давай, медведь! Нет, медведь! Ну! Хорошо, ладно, тут я сам затупил. Медведь! Медведь! Ну, медведь! Ну! Все, медведь запорол. Вообще все из-за него. Отвечаю. Ой-ой! Прыгай! Спокойно. Ой, мать моя женщина. 20 атак нужно отблокировать. У-ху-ху-ху. Сейчас вот было опасно. Давайте. Опа! Уф! Так. Изи. Изи! Последний. А, я знал! Я знал! Это было слишком очевидно. Так, за мини-игры ты тоже ниточки, да, получаешь? Да. Опа! Так, парень. Ну-ка давай, сейчас он блевать начнет, ну? С бедами закинулся. Ладно, пошел ты. Кролик. Кролик-наркоманчик. Аккуратненько. Фу, ты знаешь, Марин, что-то я... Умаялся. Слишком взволнован и умаялся, поэтому я думаю, что на этом пора завершить наше с тобой знакомство с игрой Acid Bunny 2. Все, ребят, ссылки, связанные с этим прожектом, находятся в описании к данному видеоролику, а также в конце этого ролика вы увидите ссылку на наш Patreon. Если хотите узнать подробнее об этом, то переходите по ней и, собственно, там все прочитаете. Огромное всем спасибо и пока!